виду вполне себе упаковка Wilson, но есть одно отличие. Так. Оп. Бутылек с жидкостью здесь всего один. То есть Силангард — это однокомпонентное покрытие. Вопрос, что это за компонент? Этот компонент – соединение кремния и водорода, которые образуют прочную защитную пленку. Наносится также специальной губкой, которая в комплекте. Ждем, как и положено, 10-15 минут, пока нанесенный препарат не станет матовым. Когда дело доходит до удаления остатков, выясняется, что здесь тоже тенденция к упрощению. Одна салфетка вместо двух. Причем, если и раньше эта процедура была предельно простой, то сейчас этого проще – разок рукой провести. После небольшого усилия тряпкой состав активируется и как бы сам натягивается на поверхности, заполняя все риски и царапины. На весь кузов у нас ушло от силы полчаса. Интересный факт. Машину мы закончили. Силангард не жалели. Лили на губку от души. Но объем бутылочки у нас сильно не изменился. В чем подвох? А вот здесь и кроется вся гениальность и многогранность японской разработки. Вся проделанная нами процедура по степени защиты и блеска эквивалентна давно всем известному жидкому стеклу этой же марки. То есть год автомобиль сохраняет вид свежей полировки. Дальше производитель ставит перед нами выбор: обработать еще 3-4 машины и получить тот же эффект на каждой, либо покрыть эту же машину еще 3-4 слоями и вживую увидеть блеск, который превосходит самые передовые профессиональные препараты, нанесение которых возможно только в специализированных сервисах. А стоимость превышает цену среднестатистической японки. Вот как комментируют возможности Силангард спецы крупнейшего детейлинг-центра в России. На четвертом слое Силангард мы получаем так называемый живой фотошоп, когда блеск автомобиля приступает к границу возможного, точнее, ранее возможного. В Москве авто с таким уровнем блеска до сих пор можно было получить только за очень большие деньги. Wilson же попросту обрушивает рынок тем, что предлагает еще более удивительный результат, достижимый в десятки раз дешевле и при наличии терпения своими руками. Итак, многослойность приветствуется. Тут прямая зависимость между количеством слоев и уровнем блеска, так как каждый новый слой все лучше и лучше сглаживает неровности. Увеличивается ли срок службы? Вот тут ответить сложно, потому что, ну, наверное, покажет только время. Препарат абсолютно новый. Но даже если это всего лишь заявленный производителем год, мы уже получили новинку, которая превосходит все известные нам препараты не просто по соотношению цена-качество, а в каждом отдельном компоненте. Однокомпонентный состав, многокомпонентное превосходство – это Силангард.